с наступающим Новым годом, с праздниками. Херлоу, ребята. Фуфло, сегодня рулю. Все утро думал, снимать, не снимать, но поснимаю. Поставил круиз-контроль на 90 км в час. Вот на сколько еду, на 60. Вот, фуфло дав. Короче, сам он думает, как ехать, мне ничего не надо. Видит впереди автомобили, короче, сам тормозит. Теперь чуть-чуть ускоряется. Такой дизайн, такой вот пионер. Короче, высокая кабина, маленький, да, 440 лошадей. Теперь место есть, разгоняется. Передачи переключает очень-очень медленно. Потом, как будет времени, с улицы поснимаю. Приехал на работу, фуры нету. Взял эту, это арендовал на то работу. Завтра у нас Рождество, сегодня последний день работы. Но пустой, почти пустой, еду, вообще не тянет. Газ удаешь, пока придумает, пока переключит передачу. Короче, нет, это не грузовой. Это какая-то фигня. Фигня. Поеду порт, забыл поснимать снаружи, как он выглядит. Красная фигня. Ищу, где припарковаться. Сейчас покажу с улицы, как она выглядит. Страшно красная. Вообще Дублин пустой, машин нету, все готовят еду. Сюда заедем, сюда. Будет забирать это, не будет. Вот такая красная. Остановился, ребята, в порту покушать. Остановился покушать в порту. Босс звонит, говорит, где ты? Говорю, иду кофе забрать. Говорит, давай, езжай, езжай, не кушай, не кушай. Надо работать. Даже покушать невозможно. Быстрее езжай, там еще один магазин ждет. Ну что? Сейчас поедем работать дальше, если на. Новым годом, с праздниками. Шушут поработал. И будем праздновать праздники. Не очень-то хочется. Да все закрыто, никуда не можно поехать. С семьей дома будем праздновать. Вам всем счастья, здоровья. Здоровье самое главное. Пока-пока.